Один человек погиб, еще семеро получили ранения в результате нападения в Бирмингеме в Центральной Англии. В ночь на воскресенье вооруженный ножом неизвестный набросился на прохожих в оживленном квартале города. Вскоре последовали сообщения о других нападениях с холодным оружием в центре Бирмингема. Полиция считает, что все инциденты взаимосвязаны и предполагает, что злоумышленник действовал в одиночку. Он объявлен в розыск. Ведется расследование. Представитель полиции графства Уэст-Мидлендс Стив Грэхэм заявил: никаких оснований подозревать, что инцидент связан с терроризмом, у нас нет. Он рассматривается как убийство, как случайное нападение, потому что мы не обнаружили никакой связи между пострадавшими с точки зрения их происхождения или места, в котором они оказались. По данным полиции, двое пострадавших, мужчина и женщина, находятся в критическом состоянии. Пятеро других получили относительно легкие ранения. Их жизнь вне опасности. Одно из нападений произошло в гей-деревне Бирмингема. Но версию того, что оно было совершено на почве ненависти, полиция также отклоняет.